Одиннадцатиклассник Евгений в импровизированной студии перед камерой чувствует себя комфортно. Стать тележурналистом – давняя мечта. Евгений уверен, что своей цели достигнет, потому что он очень творческий человек. Я вообще связан с написанием текстов, то есть я пишу стихи, рассказы пишу. Вот. Но потом я пришел в школу журналистов, и мы начали готовиться к этой профессии, то есть все ее азы мы начали познавать основательно. Евгений, как и его друзья по школе юного журналиста, сегодня увидели весь процесс создания материала на канале «Самара ГИС». Ребята познакомились и с корреспондентами, и с операторами, заглянули в студии звукозаписи и монтажа. Ты пришел в телекомпанию, да, и, в принципе, по своим способностям, по своим желаниям, по своим предпочтениям, ты можешь выбрать вид деятельности тот, который тебя устраивает, да. Хочешь быть человеком популярным, идешь в тележурналиста, да, стараешься достичь там уровня, допустим, собственной передачи и прочее, чтобы тебя узнавали. Тебе нравится работать с видео, как вот снимать, вот, берешь в руки камеру. Столько полезного, столько нужного именно для моей будущей профессии я узнала. Походив на занятия, я решила, что профессия журналист – это именно то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь. В школе журналистов занимаются учащиеся 9 и 11 классов под руководством опытных наставников из самарских СМИ. За время работы школа подготовила более 200 выпускников, а самые способные ребята получают рекомендации Самарского союза журналистов России для поступления на профильный факультет. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.